едешь? Мы едем домой. Смотри, Катя, как красиво. Аэропорт рядышком. Через наш знаменитый район Потомок. Здесь повсюду особняки. Только жители Потомока не строят огромных заборов высоченных. Можно все это великолепие просто так посмотреть, сидя у себя в машине, едешь себе домой, такая красота. Домики здесь стоят от 2 миллионов долларов и выше. Здесь даже дома с колоннами. Это постройки 70-х годов. Были очень популярны в свое время такие застройки. Домики даже со своими конюшнями есть. Многие покупают такие участки с этими старыми домами, сносят их, строят новые дворцы, очень красивые. Да, но вот заборы такие вот ужасные, деревянные, как у нас в деревнях в России. Низкие заборчики. Watch out, accident reported ahead. Я куплю вот эту белую. Давай, Катя. Мы к тебе будем в гости приезжать. Есть вот эти маленькие домики, то они под снос продаются. Здесь строятся. Большие дома новые. Ой, сейчас будет интересно. Я сейчас вам покажу. Местную рублевскую деревню. In 1000 feet. Turn left on River Road. Если бы не знала бы, никогда бы и не сказала бы, что здесь богатые люди за продуктами ездят. Вот она, Потомок Плаза, даунтаун района Потомок. Здесь очень дорогие считаются магазины, автозаправки, парикмахерские и так далее. А с виду деревни-деревни. Поселок городского типа. Здесь какие-то здания такие страшные тоже. Когда мы приедем домой? Через 13 минут. О, то есть я хочу купить вот этот. Да, и вот этот еще красивее, Катя, смотри. А этот какой-то чудик. Вот этот еще красивее. С тремя гаражами, Катя, даже. Вот бассейн. В отеле поехали, наверное. Я не знаю. Кстати, они в отеле. Все в отеле уехали. Как они будут? Не очень сидеть. А вот здесь сосничок, как я люблю. Так что я здесь куплю себе домик. А вы как хотите? Я видела. Да, вот тут домик такой интересный, со своим прудом есть даже. Но его не видно там за сопками. У них даже хоккейные есть своих. Ледовый дворец? Здорово. Пожалуй, я выберу этот домик.
А эти стрельные на этот же. Значит, если хоккейный корт. Наш хоккеист. Овечки? Овечки. Я хочу вот это дом. Да, мне тоже нравится. Да, мне тут все нравятся, они такие красивые. А это мой дом вообще-то, это белый. А еще я себе конюшню построю. У меня будет лошадка. Сейчас ребенок есть. Он тоже есть. А тебе надо какашки убирать, мама. Не, я не буду убирать, мне придут, все берут. Я буду только на лошадке ездить. А я куплю зайчика и петушка. И петушка? А петушок-то тебе зачем? Ну, деда охранять. Да, он хорошо охраняет, да? Да, он хорошие охраняет. Я тоже боюсь петушков. Так клюкнет. Да, они куриц хорошо охраняют. Домов невозможно выбрать, да, Катя? А я купила.